пример тупого фейка для тупой аудитории. Впрочем, тупой аудитории все нравится. Тупая аудитория аплодирует и пребывает в восторге от того, что 103 российских военнослужащих погибли в Сирии. Он пресс. Первый груз 200 из Сирии в РФ. На территории военного аэродрома Айн-Исса обнаружено 103 тела. На территории военного тра-та-та сообщил телеканал Пресс-ССТВ, передает издание «Онпресс-Инфо». По информации издания, среди погибших 45 псковских десантников, 5 военнослужащих спецназа ГРУ, 10 морских пехотинцев, а другие тела остаются неопознанными. Понеслась. Информатор. Первый груз 200. 103 тела. Власти Турции сообщили, что 45 псковских десантников стали жертвами ракетного обстрела в результате обстрела тренировочного лагеря. По данным агентства Associated Press, ссылки нет, потому что на Associated Press, естественно, этого нет. Associated Press сообщила, что в результате обстрела погибло 10 морских пехотинцев из Владивостока. Так. Еще 70 военнослужащих, большинство из которых составляют десантники, получили ранения. Запомнили, да? Вот, новая партия грузов 200 поступает в Россию из Сирии. Ага, об этом сообщает Fuck It Off. Ну, это круто. Блогер. В сообщении говорится, что тела 103 русских военных, погибших в результате ракетного, были обнаружены на военном аэродроме Айн-Исса. Об этом сообщил блогер Елена Вебер. Уф. Как сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на местную телесеть, тела остальных солдат, тра-та-та. Однако они приехали из восточных и северных военных округов России. Вот оно как. Тела 103 русских военных. В Сирии обнаружены первые трупы солдат армии РФ. Власти Турции сообщили 45 псковских десантников. Также погибли 5 военнослужащих. Часто меня спрашивают, а точно так же врут российские СМИ, как и украинские? Это синдром младшего брата. Мои соотечественники все продолжают равняться на Россию. На российские СМИ, на российские магазины, на российский курс. Я равняюсь на Европу, а не на Россию. Ну, кому что ближе. Давайте проверим, так же врут или не так же. Зайдем на РИА Новости. Открываем РИА Новости. СМИ, тела более сотни иностранных солдат были обнаружены в Йемене. Власти ООС 4 сентября сообщили, 45 эмиратских военнослужащих стали жертвами тра-та-та. Тела 103 иностранных военных. В аэропорту Ас-Сафер, а не то, как там назвали. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ, а не Пресс-ССТВ. Ну а дальше дело техники. Что нам надо сделать? Нам надо перейти на этот канал. Вбить название аэропорта. И вот как раз 103 военнослужащих. Давайте их найдем. Найдем новость. Вот она, эта новость. Сейчас у нас автоматически переведется, и мы прочтем. 103 иностранных солдата, та-та-та-та-та-та-та. Ракетный обстрел йеменских сил. По йеменской армии, короче. 45 солдат из Эмиратов, 5 граждан Бахрейна. Остальные трупы принадлежат лицам, происходили из других арабских стран. 70 человек эмиратскими солдатами, 40 единиц бронетехники. Все. Это был пример тупого фейка для тупой аудитории. Впрочем, тупой аудитории нравится.